Добрый день, друзья! Сегодня хотел бы рассказать о препарате АСД-2. Но я уже у себя на канале, ну и также где-то на форумах, все время говорю, что как только я даю АСД-2, у меня яйценоскость сразу падает. Вот сегодня такой же пример. Покажу канистру у меня, 15-литровая. Вчера налил полную и добавил АСД-2. Вот за сутки они выпили литра 3 всего. Хотя у них потребление, здесь у меня находится 25 кур, но они 10 литров за сутки выпивают. И вот литра 3 только выпили, я думаю, ну, может чуть больше. И на яйценоскости моих курочек это все сказалось. Сейчас посмотрим в гнезде, сколько у нас яиц. В гнездах, вернее. Сейчас заглянем в гнезда. О, пусто. Вот здесь у меня, кстати, курочка, которая сидела на яйцах и елочкой их выкладывала, помните? Она так и сидит на яйцах. Я у нее убираю, она ругается, но сидит. Вот два яйца. Одно снесла молотка, полосатый пестрый лигорный, и одно яйцо от родонита. Все. Два яйца из, вернее, не из, а от 16 кур. Но пушкинцы не сдаются. Вот 7 пушкинцев снесли сегодня 6 яиц. В общем, вот такой эффект все время у меня от АСД-2. Как только начинаю давать, сразу яйценоскость падает. Не знаю, у кого как, но у меня все время вот так. Ну, в общем, вот почему такой эффект АСД-2 производит на моих корочек, я не знаю. Но, как видите, пушкинцы несутся, несмотря на это. А родонита с доминантами вот у меня все время почему-то нестись начинает плохо. Но это где-то 2-3 дня происходит. Вот у меня их здесь 15 курочек. Да, 16. Плюс тут у меня полосатый пестрый лигорный еще присутствует. Вчера они снесли сколько? Сейчас вспомню. Сейчас снесли они 8 яиц. Вот, тоже яйценоскость еще пока восстанавливается, потому что куры линяли. Вот, кстати, моя доминанша, которая была самая облезлая, у нее хвост начинает расти. Ну, вот после этого мочекислого диатеза у нее и попка такая была вся в потеках, лысенькая, голенькая. Но, тем не менее, сейчас у нее перышки отрастают. Вот. В общем, такой эффект. Друзья, поделитесь тоже своими наблюдениями, как у вас это все происходит, когда вы даете АСД-2. Как-то это на яйценоскость сказывается или нет. Но я напоминаю, что через 3-4 дня все опять нормализуется. Обычно у них вот 2-3 дня такая плохая яйценоскость бывает. Потом все восстанавливается. Всем удачи, ребята. Всем пока. Увидимся на канале Куры в Мегаполисе.